Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» переброшены в Таджикистан для учений в рамках сотрудничества между странами СНГ. Душанбе антитеррор 2017. Сообщил в четверг командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Отмечается, что в ходе учений ракетчики выполнят боевой пуск ракеты по базовому лагерю, как выразились военные, условных террористов в горах. С 30 мая по 1 июня на территории двух военных полигонов Хатлонского гарнизона Таджикистана, Харб-Майдон и Ляур, пройдет активная фаза международных учений «Душанбе антитеррор-2017». Напомним, ранее в Таджикистан уже были переброшены фронтовые бомбардировщики Су-24М с авиабазы «Шагол» в Челябинской области, а из Новосибирска в центрально-азиатскую страну прибыли вертолеты Ми-8 и Ми-24.